операции много денег надо. Вы все это себе применяйте. Не просто слова Христовы. А я объясняю так. А ты не веришь, это ты подыскиваешься под Христа. Смысл один заложен. Только духовный. А телесно это проще всего. Это все кормят. И безбожники кормят, и мусульмане, и буддисты. Это все кормят. А духовно... Пророк Исаия 29:21 говорит, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот, расставляют сеть. А одни вы только спасаетесь. Вы слышали такие слова? Это все было, вот оно когда было. Давайте сразим его словами, уловим его. Господь разберет. Придет время. И разберет только по слову своему. Пророку Иеремии не внимали. Какой-то евнух заступился. И места для Иеремии не нашлось нигде, как нашли рвов, бросили утопить, а там уже одна грязь была. И погрузился в грязь. Грязи хватает, и разбрасывать ее можно. На это не надо смотреть. Господь будет судить по делам. Если ты кого-то накормил, даже буквально, и что-то ему не понравилось пересоленное, но он не умер, ты его накормил. Ну не так приветил, не с того места посадил, может быть посадил на скамейку, она упала, он встал, тогда поел. Да мало ли что не бывает, главное-то он поел. Это наши ошибки, это какие-то недосмотры. Но Господь судит намерения, помышления сердечные. Надо делать все, конечно, безукоризненно, чисто, хорошо. А мы уже сколько ошибок сделали, то, что вот сейчас делаем. Мы на несколько раз уже переделываем. Это означает, мы стремимся к почести высшего звания. Как лучше сделать? Потому что все человек один не знает. Где только ты перегорела и бывает. Иеремия пострадал от них. Лука 11:54. Подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. О Христе идет речь. И это они с этим не уходили. Не просто приходили, они были командированы. Написано из Иерусалима. Они ничего не делали без благословения своих начальствующих. Вот мы раздаем приглашение, а эти, которые поменьше, они вдруг выхватывают и тоже арбуз пригласительные наши. Это все это было. Теперь те люди, которые приходили утром, они встали, поели, прилично оделись и пошли договариваться. Я такой вопрос задам, вот такой, надо уловить его. А сами в это и попались. А позволительные... Ты конкретно набери детей, начинай заниматься, покажи результат. Чтобы это была не секта, чтобы это было в православии, был священник, был епископ. Все правила, которые у нас вот есть сейчас. Возьми, чтобы была стройность, строгость, богослужение. Ну, только лучше все сделай это. Пока ни один даже не пытался. И когда я говорю, а кто это сделает? Получи статус у государства. Да сейчас-то легче. Мы-то начали на переходный период, когда еще... Ничего этого не было. И люди, которые подходили ко Христу, они не подыскивались, были сказали, Господи, а Царство Небесное в каком виде придет оно? Христос говорит, неприметным образом, не скажут здесь или там. Так. А Царство Небесное это что? Хорошо пить и есть? Нет. Царство Божие это не пища и питье. Но праведность, мир, радость во святом.